Привет, друзья! Четверг у нас. Ну что, плавненько подошли к пятнице. Завтра пятница 13. Бля, Юра, завтра пятница 13. Да и... Это ж бурдалаки всех повылезают. Прикиньте, пятница 13. Хотя, что нам бояться? Мы сами кого хочешь отвурдалачим, да? Ну, ребят, короче, напоминаю, завтра в пятницу у нас 13-го будет юбилейчик, 500 анекдотов на канале. А сегодня у нас 499-й анекдот. Ну, короче, приходят наши любимые женщины в какой-нибудь косметологический магазин. И как вы думаете, по каким параметрам они выбирают шампунь? Поехали. Марка, эффективность, запах, состав, цвет, качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность, блядь. А по каким параметрам выбирают мужики себе шампунь? Сука, на флаконе должно быть написано шампунь. Всего-то. Вот так, ребят. Всем здоровья и процветания. Ждем завтрашнюю пятницу. И будет юбилей. Будет юху. Все, пока.